медвежонка. Мы его нашли в окрестностях, в окрестных лесах. Местные жители принесли сюда, то есть воспитывается он в зоокомплексе с первых недель жизни. Он очень артистичен, любит поиграть в публику. Раньше хорошо карабкался на этот постамент, но недавно свалился. И теперь мы его уговорить залезть не можем, видимо, он ушибся и теперь побаивается.